понедельник в эфире «Эхо». Слушайте программу «Персонально ваш». Гость передачи – экономист Сергей Александров. Вот они, новые машины-то. Вот они какие. Убитые. Сейчас он газанет. И дым пойдет. Ну, чуть-чуть дым у него вроде прошел. Но когда он трогался с места, из двора выезжал, это было просто, за ним был такой туман. Не, ну есть, конечно, есть дымочек.